Всем привет, с вами Вячеслав Витик. Отметка 2700 будет вот-вот покорена вновь. Давайте посмотрим, будем надеяться, что я эту партию выиграю. Итак, у нас защита каракан. Вот такой вот интересный вариант. И здесь я f6 обычно хожу. Не боюсь я всех этих h5. Да, слоном стал на f7, слон стоит крепко довольно-таки. Дальше где-то c5, конь c6. h6 прямой наводкой. Прямой наводкой. Конь h6, кстати, есть ход. Ну, а почему бы и нет, да? Слон h6, gh. Пока я не совсем понимаю, что задумал мой соперник. Так, c5, конь b5. C5, конь b5. Конь h6. Не хочется, да? Можно пойти А6 просто. Давайте А6 пойду. Вроде потеря темпа, но у меня все-таки пешка лишняя. Мне кажется, у меня есть время на подобные решения. Коня все-таки хочу поставить на С6. Так. Задумался мой соперник. Великобритания. Так, взяли. Поднялись. Еще грозит же мат на F2 при случае. Слон f3, да, развился конь c6, закончили развитие, стоим просто лучше, на мой взгляд. Так, что дальше? Два слона, открытая позиция, в 3-0, наверное, можно уйти. Пока дал шах на e5, король f1. Ну и что, надо, я думаю, закончить развитие, да, потом думать, может быть, конь d4, может быть, куда-нибудь слона активизировать на g6. Линия F тоже можно ее попытаться использовать. Просто, по-моему, тяжелая позиция. Так. G3. Конь D4. Вроде напрашивается. Ладья HF8. Мне кажется, еще сильнее. Где-то уже будет грозить какие-то удары. Конь F4. Да, поэтому он пытается пресечь. Пресечь на корню. Так. Интересно. Слона, мне кажется, пора, не пора. Давайте слон g6, ладья f4 даже, думаю, побить. Здесь, мне кажется, уже дело не в качестве. Надо стараться как можно быстрее. На ферзь e2, кстати говоря, нет, он бьет, поэтому я тоже смело бью. Сейчас еще ладья f8 подключу или конь e5. Здесь по ситуации. Конь e5, конь e5, конь e5, конь e2 какой-то ход. Ферзь f5. По виду безнадежно. Пошел конь e5. Конь e2 и ферзь f5, мне кажется, есть ход. Тут же под боем ладья. Да, все-таки держится, но я думаю, ненадолго. Пошел ладья f8. c3. Отлично, 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 отлично. Надо добивать. А как? Встает вопрос. Конь f3, ладья f3. Это понятно. Нельзя играть. Ферзь g5, быть может. Ферзь g5, наверное, самая четкая. Слон d3 шаг грозит. Ладья g3. Ты смотри, какой изворотливый попался товарищ. Давайте ферзь h4. Так, где-то здесь уже и слон f2 грозит, по-моему, да? Слон f2 и на король f2 конь g4 шах. Вот такая вот красота имеется в моем распоряжении. На король e2 бью на g3. И там потом на слон g4 ладья f2 мат прилетит. Или даже ферзь f2. Да, просто взял, грозит ферзь f2. А там еще и с e5 можно дать шах. Так. Ну, в принципе, здесь, наверное, уже особо без комментариев. Я, конечно, могу здесь накосячить. Просто шах с h2 и шах и мат с c2. Да, партия закончилась. Ну, вот такой вот разгромчик. Нет, еще не закончилась. Вы смотрите. Смотрите, какой упорный. Но теперь, я думаю, уже полный привет. Да, вот такая вот партия. Ну что, 5 пунктов мы прибавили. Осталось совсем ничего. Но это я оставлю на потом. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.